Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда від самого ранку 24 лютого працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Зараз з нами на зв'язку Роман Світан, це полковник запасу Збройних сил України та пілот-інструктор. Пане Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. Давайте спробуємо проаналізувати 31-е, ніч на 1-е, ніч на 2-е, масовані атаки повітряні на Київ, на Київщину, на інші регіони. І по деяких показниках, отих, наприклад, шахедів-мопедів, збито 100%. От наскільки ми близькі до того, щоб вже вважати, що ми більш-менш закрили небо? До закрытия неба нам еще двигаться, где-то процентов как минимум 15-20 нам надо будет еще закрыть, чтобы полностью, ну, во-первых, полностью ни одна система не закрывает, нет в мире систем, которые на 100% закрывают небо. По позициям мы можем закрыть, допустим, по тем же шахедам, когда они идут определенными группами, по определенным маршрутам, мы их отслеживаем. Когда идут на очень большое расстояние, то есть они в воздухе висят несколько часов. И такого рода, именно такого рода атаки мы уже научились по ним работать, то есть сбивать. Но если идут массированные атаки, особенно когда это комбинированные атаки, связанные с заходом с разных азимутов на разные дальности ракет и шахедов, и ракет баллистических пока не было в последнее время, по крайней мере. Но когда и крылатых ракет, и шахедов, и, допустим, ракет типа С-300, ракет воздух-земля, которые работают, те же истребители российские, это Х-59, Х-31П, то есть когда массированная атака с разных эшелонов по разным высотам, с разных направлений, то тогда мы где-то 75-80% отрабатываем по всем параметрам. Но еще процентов 20 у нас есть, где еще нужно работать. Причем эта работа, она должна быть связана с установкой новых систем, то есть с заходом новых систем, новых зенитно-ракетных комплексов к увеличению. Нужно увеличение плотности противовоздушной обороны по некоторым направлениям, так как у нас направление уровня, допустим, больших городов или критических объектов перекрыты, а вот остальные направления еще нет, то есть еще куда работать. Є куди працювати, хоча я, направду, читав огляди, що навіть там оцей омріяний залізний купол ізраїльський, він не закриває 100% території Ізраїлю. Тому що в деяких місцях, коли воно летить в пустелю, його навіть ніхто не намагається збивати. При тому, що там по Ізраїлю гатять значно простішими системами. Тепер про ще одну частину. От десь якраз там новорічний ранок, було багато фотографій якраз у цих наших воїнів світла. Це такі мобільні комплекси, де є або зенітки, або крупнокаліберні кулемети з потужними ліхтарями, з підсвіткою, з тепловізорами, які, власне, полюють на ці мопеди-шахеди. Я ж розумію, що аби закрити значну територію, таких груп має бути, ну, я не знаю, я так припускаю, 100, 500, 1000, скільки їх має бути? Ну, в зависимости от задачи, для того, чтобы закрыть, допустим, если будет выполнена, поставлена задача закрывать города или объекты, этих групп должны быть тысячи, ну, около 1500-2000 такого уровня. Ну, а закрыть, допустим, по периметру государства, по периметру страны нашей, то есть это около почти 4000 километров, очень довольно-таки сложно, то есть здесь десятки тысяч такого рода мобильных групп должно быть, потому это просто нереально. Потому будут закрываться, и сейчас закрываются в основном основные направления, во-первых, оттуда, откуда идут шахеды, их видно, то они в основном пытаются проходить по низинам, то есть по низинам рек, вдоль рек. Задача шахеда пронырнуть под лучом наших локаторов, а это высоты ниже 50 метров, и чем ниже, тем лучше, потому мы прекрасно понимаем, по каким маршрутам они идут, их отслеживаем и в определенных точках перехватываем, либо уже перехватываем на подходе к самим городам.
стоит задача сейчас увеличить количество таких мобильных групп, перекрыть все направления, которые только можно, и подальше от городов, для того, чтобы шахеды не сбивались над городами, так как он имеет контактный взрыватель, и даже если его сбили, и он падает, он при падении взрывается. Потому здесь оптимальный вариант перехватывать их еще на подходе к большим агломерациям. Добре, про Насамск сказав речник повітряних сил Юрій Ігнат, що якраз цей комплекс охороняє зараз Київ, і він багато чого він багато чого збиває. Як би ви оцінили прогрес у наданні нам сучасніших систем? Перед Новим роком пораділи, що Україна отримає Петріоти, але один юніт, отакий великий, чи скільки там пускових установок. Явно все ж не закриє. От якщо говорити про прогрес і про те, куди він далі має йти? Насам це дійсно, мабуть, одні з найкращих систем, які зараз у нас є. Їх впереді видно доволі-таки немаленьке кількість, так як айріси німецькі, вони все-таки в штучному поки кількості, ну а насам це є, і вони вже є, їх дуже багато в світі, і їх производять. НАСАМС, база НАСАМСа – это ракета «Воздух-воздух» АМ-120. Ею очень хорошо работали несколько десятков лет самолеты F-15, F-16. Это ракета именно для работы с этих платформ. Ее приземлили и с определенными модификациями уже запустили в режиме наземного зенитно-ракетного комплекса НАСАМС. Наши воины научились перезаряжать даже эти 6 ракет в одной пусковой установке, перезаряжать даже во время работы, то есть когда часть ракет уходит, есть определенная пауза, успеваем перезарядиться, и у нас постоянно НАСАМС постоянно в работе. Об этом даже американско-норвежские разработчики не мечтали. Но тем не менее у нас вот такие есть кулибины, которые могут выполнять такого рода действия. Потому нам, конечно, надо просто больше НАСАМС. Чем их будет больше, тем больше направлений мы можем закрыть. Но движение сейчас, основное движение в передаче нам зенитно-ракетных комплексов, тех, которые есть на вооружении, которые уже есть. Те же, допустим, «Хоуки», «Кротали», те же «Патриоты», даже батарея «Патриотов». Она нам также перекроет небо над определенным населенным пунктом. Оптимальный вариант «Патриот» поставить в районе Киева. Он прикроет пару аэродромов и сам город, и от баллистических ракет в том числе. Потому, а так как «Патриот», даже батарея «Патриот» с собой подтянет всю систему обнаружения, то есть и работу спутников военных, система обнаружения пусков баллистических ракет и любого движущегося предмета по воздуху, так и систему АВАКС с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения. То есть общая система уже противоракетной обороны Пентагона, НАТО, будет работать на наши комплексы. И не только на Патриот, так как в эту систему будут включены как минимум те зенитно-ракетные комплексы, которые нам уже переданы и на САМС, и АРСТ, они имеют систему передачи оперативных данных Линк-16, которая также работает с Патриотом. То есть можно говорить уже о полной системе, о полном закрытии неба, по крайней мере, куполом информационным. Добре, тепер ще один аспект. З весни ми просили, я маю на увазі Україна, і народ України, і президент України, і всі, хто завгодно, казали, що нам треба закрити небо, і серед цього нам потрібна авіація. Ця дискусія триває, хоча деякі експерти натякають, що довгий процес навчання десь на території Сполучених Штатів або на територіях, де вміють щось робити Сполучені Штати, для наших пілотів, для нашого обслуговування, чи персоналу вже розпочався. Це лише політичне рішення, чи тут от ми приблизно можемо в якийсь момент вийти на підготовлений персонал, а значить і можливість завести літаки? З літа було виділено около 100 мільйонів доларів на підготовку льотного составу. Підготовка почалась одразу після виділення цих грошей. У американців гроші довго не лежать без діла, тому цей процес вже запущений. А по выходу мы увидим в небе нашей Родины, увидим, естественно, самолеты, которые нам передадут.
передача самих самой авиации одной-двух эскадрилей и определение аэродрома, скорее всего, связано, кстати, с выделением той же системы Патриот, так как в связке Патриот и самолеты оптимальный вариант для прикрытия аэродрома от вражеских ракет. Просто передать самолеты без их прикрытия на стоянках это невозможно, потому что россияне сразу же их попытаются уничтожить. Потому такой тандемная передача и Патриота, и самолетов, причем сначала Патриот, он должен расположиться, прикрытие аэродрома, дальше уже на подготовленный аэродром должны сесть пара эскадрилей. Потому, скорее всего, мы это и видим, вот это движение. А само решение о передаче, это действительно политическое, оно уже лежит в плоскости геополитики, есть определенные договоренности, о которых мы постоянно слышим. Ну, я думаю, будет преодолен этот рубеж по передаче, когда уже будет технически подготовлена сама передача. Добре, тоді ще один аспект. Робота українських винищувачів, робота української фронтової авіації. Я знаю, ми читали, що ворог хотів це все знищити ще от 24-го, максимум 25 лютого. Це у них не склалося. Тим не менше, і у нас були втрати, і втрати, на жаль, і серед пілотів, і коли там, той же Карая, та пілот з таким позивним, він змушений був катапультуватися, тому що літак отримав пошкодження. Наша авіація зараз і наша авіація навесні. От як би ви оцінили прогрес? Весною 24 февраля, в кінці зими, наша авіація за кілька хвилин, навіть по деяким позиціям, до удару була предупреждена, звісно, і була розсередоточена по аеродромам, по аеродромам підскоку, запасним аеродромам, і ушла із-під удара, як і авіація, і системи, мобільні системи противовоздушної оборони також ушли із-під удара. Росіяни били просто в пустоту, по пустим аеродромам, по пустим стоянкам. Наша авіація видержала, перегруппировалась з определенными задачами, начала выполнять определенные бойові действия. Естественно, в режимі боїв є потери і серед льотного состава, і серед техніки. Льотний состав у нас підготовлен, причому в 2-3-кратному превышение над количеством самолетов, тех, которые, по крайней мере, у нас были. Но за это время нам были переданы очень много, во-первых, запчастей к самолетам и самих самолетов. То есть можно сказать, что сейчас у нас авиация чуть даже в лучшем состоянии, чем была на 24 февраля. Тем более летный состав, прошедший боевое крещение, прошедший определенные этапы подготовки, сейчас на высоте ему не хватает просто самолетов, железных коней. Нашим летчикам надо в 2-3 раза больше, чем есть на данный момент. Но я думаю, этот вопрос все-таки будет решен в этом году. И авиация наша еще отработает, так как именно поддержка авиации при наступлении создает около 50% успеха. Сейчас, на данный момент, авиация у нас работает. Мы за последние несколько месяцев после того, как получили противорадиолокационные ракеты «Харм», выжгли определенное количество систем противовоздушной обороны россиян, и потому уже может работать наша бомбардировочная и штурмовая авиация, и Су-24, и Су-25 успешно работают на линии фронта. Сейчас уже прожигаем и Донбасс, в том числе под прикрытием истребителей, под прикрытием Су-27, под прикрытием МиГ-29, работают наши бомберы и наша армейская и штурмовая авиация на 5 баллов. Добре, а от, власне, сам технічний аспект, ви ж пілот-інструктор, і, відповідно, коли модифікували оці протирадіолокаційні ракети, які ви вже згадали, для літаків радянського типу, радянського зразка, та, напевно, ще треба було навчити і пілотів. От наскільки швидко відбувається цей процес, коли нова зброя підвішується до відомого тобі літака, це ж треба якось з цим зжитися, я не знаю, вивчити, де кнопки, зрозуміти, в який момент натискати цю кнопку. Можливо, я дуже примітивно запитую, але якось це ж виглядає.
Все зависит от классности летчика, то есть летчик первого, второго, третьего класса. В зависимости от классности летному составу необходим один контрольный полет на выполнение работы с этой техникой. И дальше он уже тренировочный, и дальше боевой. То есть третий полет уже может быть боевым, потому это летчика первого класса. Потому такая модернизация нашей техники проходит очень быстро. Летчики в основном учатся на земле, проходят определенные тренажи даже в режиме пеший полетному, не взлетая на самой технике. А дальше выполняется пара полетов, третий боевой. Потому здесь как раз время очень сжато. Нет проблем со временем. Добре, тоді ще одна система, яку нам анонсували, яку для нас анонсували, це оті високоточні хвостовики для авіаційних бомб, які можуть перетворювати, ну вже там серйозну за кількістю вибухівки, зброю в дуже і дуже точну. Наскільки цьому треба швидко вчитися і от в якій перспективі ви бачите уже появу такої красоти у нашій авіації? По такой же схеме, то есть контрольный, тренировочный и дальше уже боевой вылет. Очень быстро летный состав обучится. Это в основном будут бомбардировочные авиация будет выполнять такого рода полеты. Это, скорее всего, Су-24 основные. Ну, может и подключатся и штурмовики Су-25 и тяжелые истребители, типа, допустим, тех же Су-27. У нас очень много авиабомб 250-килограммовых, 100-килограммовых, 250-килограммовых и 500, то есть полутонки, АФАК-500. Очень много. Мы их не используем, так как очень пока сложно заходить летному составу, летчикам за линию фронта. Для того, чтобы отбомбиться бомбой, нужно пройти или быть примерно над целью, а выйти сейчас практически невозможно там, где еще работает ПВО российское. Потому оптимальный вариант сбрасывать бомбы до границы работы систем ПВО, до фронта. А для этого нужны вот такие подвесы, которые делают из свободно падающей авиабомбы, планирующую авиабомбу, управляемую так называемую. Она в режиме планирования может уйти, допустим, на дальность от 24 до 80 километров в зависимости от скорости и высоты сброса. Потому такого рода обвес для авиабомбы делает это практически делает из авиабомбы полутонную управляемую ракету, которая уже все полтонны веса своего обрушивает на противника. Потому, я думаю, как только они поступят к нам на вооружение, мы тут же об них услышим, так как 500-килограммовую авиабомбу не увидеть будет очень сложно. Разрушения страшнейшие, потому это примерно как, допустим, 6 пакет. Одна авиабомба 500 килограмм – это как пакет 6 М-31 из «Хаймерса». То есть вот примерно разрушение, как в Макеевке по Бурсе 19-й, когда погибло около 500 человек, россиян, это пару дней назад. То есть мы их сразу увидим. Ми це побачимо і ми сподіваємося це побачити. Ну і фінальне моє запитання. Слухайте, якщо згадати удари по аеродрому Енгельс-2, а точніше здатність росіян прикрити стратегічний аеродром стратегічної авіації. От вони вичерпали свої системи ППО тут у нас на фронті, тому що їх тут знищували так само. Чи як це пояснити? И при Советском Союзе, естественно, в России полностью территория Российской Федерации не закрывалась системой противовоздушной обороны. Было несколько параметров обороны вокруг Москвы, около 3 линий обороны ПВОшных, и не более того. Практически вся страна прикрывала себя в основном за счет дальности, то есть располагая базы в глубине. Энгельс находился на глубине около 2000 километров от стран НАТО, потому он сильно не прикрывался изначально, потому он и не прикрывался и сейчас, а тем более действительно в последнее время
зенитно-ракетные комплексы российские практически все используются на линии фронта. Мы их уже больше половины уничтожили, потому у россиян просто нечем прикрывать такие базы. У них дилемма сейчас прикрывать Москву. Не хватает Москву прикрыть ЗРК. И то есть ПВО не может выполнить эту задачу даже по Москве, тем более на НДС просто не хватает. Потому такой сарай с крыльями, как «Стриж», при всем моем уважении, конечно, к этой машине, который не маневренный, прошел 600-700 километров по территории России, его никто не увидел. Если бы там хоть одна система ПВО стояла, хоть один ЗРК был включен в активный режим, он бы увидел этот «Стриж». Значит, их просто не существует, этой системы. И два раза зайти на аэродром, значит, до сих пор там системы ПВО нет многоэшелонированной. То есть какого-то из азимутов можно зайти, его просто не увидят или не собьют, и это до сих пор. Тем более сам «Энгельс» — это база стратегической авиации. На этой базе есть все. На этой базе есть специальная инженерная служба, которая заряжает ракеты, в том числе, кстати, и ядерным зарядом. Недалеко, около 40 километров, находится склад тактического ядерных зарядов. Это все рядом. Под Энгельсом очень большое озеро практически с керосином авиационным, с которого заправляются самолеты. Один самолет, допустим, Ту-160, заправляется с почти 150 тонн керосина для полета. Потому там, если туда добраться, до этого озера, и если оно рванет, то я, наверное, думаю, там половину всего Энгельса и половину Саратова не будет, и Волга изменит свое русло. Скорее всего, все-таки у россиян и не хватит систем ПВО, потому мы будем этим пользоваться в ближайшее время. Мы уже это слышим, мы работаем по аэродромам. И Брянской, и Курской, и Белгородской, уже Воронежской, и Ростовской областях. Я думаю, дальність буде просто увеличуватися. Дальність буде зростати. Ну і сподіваюся, що ті, хто закладає польотні завдання, в те, що ви сказали про «Стриж», сарай з крилами чи якось так, я вперше таке почув, але дуже вдячний за таку штуку. Тим не менше, цей сарай з крилами зайшов з потрібного азимуту, і я сподіваюся, що креативу нашим закладачам польотних завдань буде вистачати, аби вибирати правильні азимути заходу. Дуже вдячний вам за розмову, дуже вдячний за те, що підключилися до нашого ефіру. Роман Світан з нами був на зв'язку, полковник запасу Збройних сил України і пілот-інструктор. Ну і на цьому, шановні, моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає свого кінця. Далі зустрічайте Богдана Амосова, ефір на Радіо НВ триватиме. Нагадую, підписуйтесь на ютуб-канал Радіо НВ і ставайте спонсором ютуб-каналу Радіо НВ. Це важливо для вас, це важливо для нас. Ну і підтримуйте незалежну журналістику в особі редакції НВ. Це можна зробити на будь-якій сторінці сайту nv.ua. Все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.